Привет тебе, мой дорогой друг, меня зовут Альберт, и сегодня мы вместе с тобой продолжаем играть на проекте NextRP на сервере Восточном. И сегодня, ребята, будет очень офигительный видос, ну а точнее я постараюсь снять серию видосов, потому что, ребята, наконец-то под Новый год, ребята, произошло рождественское чудо. И, в общем, у меня появилось два вот таких автомобиля, которые я хочу вам показать. Кроме этих двух автомобилей, ребята, ну я просто нажму на F4 и такого, да как это, и закрою, потому что, ну, мне есть что тебе показать. И также, что я хотел посмотреть, вообще, что у меня там по NextPass. Значит, что у меня по NextPass, вообще, есть у меня NextPass или нету? Так, а у меня нет NextPass, да? Ладно, хорошо, у меня нет NextPass, а я хотел его пройти, ладно, хорошо. Первое, что я хотел сделать, это, конечно же, получить награды. Тут есть новогодние обновления, и в этом новогоднем обновлении я могу купить себе Деда Мороза, кстати, довольно-таки прикольный. И я бы хотел себе приобрести вот эту Волгу. Я не знаю почему, но мне эта Волга очень сильно понравилась, поэтому я хочу ее получить. Но первое, что я вам хотел показать, это, конечно же, сделать обзор. Так, ко мне кто-то подошел, да, Майкл Адмиралов, привет. Так, в общем, хотел я тебе показать обновление. Да, ребят, вышло обновление, я, если честно, пропустил уже несколько обновлений, но давай с тобой посмотрим. Новые кейсы, кстати, добавили, новый кейс люкс и возвращение кейса механик. Также добавили новый автомобиль, кстати, да, вот насчет вот этого нового автомобиля, я почему-то думал, то, что вот когда я заходил в NextRP, там именно в комьюнити Телеграма, в Телеграме было указано то, что Porsche просто добавят. Просто добавят, я думал, это будет там в кейсах или еще где-то. И я не думал, то, что он будет в уникальном стиле. Это действительно прикольно. Также уникальное оружие. Я вижу, кстати, новый какой-то набор М3КС. Кстати, М5КС вроде была, тут М3КС. Также новый банан. Я не знаю, что тут нового. Я не знаю, может быть, просто дизайн. Также вижу новый... О, вот это прикольно. Новый набор картун. Да, кстати, прикольно выглядит. Это действительно как будто нарисованная машина. Также набор космический вижу тут новенький. И больше ничего нету. Также давай быстренько посмотрим предыдущее обновление. Так, кейс изумруд, кейс сталкер. Уникальный автомобиль. Кстати, Porsche Cayman я пропустил. К сожалению, Porsche Cayman я пропустил. Так, новогодний, кстати, ивент до сих пор идет. Да, добавили, кстати, вот этот новый автомобиль. Также вот акция рулетка без дублей. Ладно, хорошо. Новогодние наборы. Джентльменский набор и набор Морган. Кстати, набор Морган я уже покупал, и я вам его показывал. Я не знаю точно, вышли ли, кстати, вот реально, вот мне посмотреть видео про Морган, вообще выходило или нет. Кстати, вот это прикол будет, конечно, если я не выпускал видос про Морган. Хотя я даже очень бы сказал, хотел его выпустить. Так, подожди, ну-ка, покупаю все. Так, нет, кстати, реально, чего? Реально, ребят, я увидел, и у меня есть видос, где я потратил 10 тысяч доната за минуту. Есть поздравление с новым... Я серьезно, я не выпустил. Я не выпустил, офигеть, а там у меня получается еще есть видос, офигеть. Ладно, хорошо, тогда видос тоже выйдет. Так, я не знаю, там кто-то возле меня чилил, ладно. Давай, смотри, первое, что мы с тобой начнем. Давай в этом ролике мы с тобой попытаемся выбить новую машину. Кстати, давай посмотрим, что у нас тут еще новое. Блин, М5КС, я не знаю, это прикольная какая-то новая машина. Эти машины я точно все видел, они мне не нужны. По скинам вроде как тоже ничего нового. Есть номера котик, но не знаю. Не знаю. Вот, кстати, насчет М3КС, реально, ребятушки, у меня подозрение. У меня подозрение, что ее не было. Вот серьезно, М3 я точно помню, что была. Там ко мне все подходит и подходит. Какие-то челики. Да, кстати, фейерверки, но больше, я так помню, ничего нет. Ладно, тогда поехали. Кейс морозный. Кстати, я чуть не помню такой. А вот, кстати, вот такой машины у меня не было. Ferrari 599 XX Evo. У меня такого не было. Елочный какой-то набор. Четвертак 3.0. Ну, отсюда у меня уже все машины были, поэтому мне неинтересно. Правительство тоже неинтересно, потому что у меня также это было. Кейс механик. Ну, тоже я скажу так, что... Ну, у меня просто были эти машины, поэтому я не знаю, ребят. Если вот у вас есть какая-то идея, если у вас есть вообще... В принципе, не только идея. А если у вас есть, ну да, если у вас есть идея, реально, если у вас есть идея, предложите мне в комментариях. Может быть, вы хотите, чтобы я пооткрывал именно какой-то определенный кейс. Можете мне предложить в комментариях. Или обзор на какую-то оружку, или на какую-то машину. Мы обязательно можем это сделать, поэтому организовать у меня обязательно все получится. Так вот, поехали дальше. Так, ну что, давай, наверное, с тобой приобретем. Ну, попробуем его с тобой выбить. Ну и потюним. Я думаю, для сегодняшней серии будет более чем достаточно. Так, кстати, вот кейс есть. Давай, пожалуй, 50. Ладно, хорошо. Автооткрытие. Что значит автооткрытие? Ну, давай автооткрытие. Ё-мо, не, подожди, не хочу настолько жестить, подожди. Так, мне кажется, что я выбью его. А, подожди.
А я могу так? Мне кажется, я выбью ее с 10. Мне кажется, с 10 кейсов я ее выбью. Серьезно, если я выбью за 3000 доната, это просто вешалка, как круто будет. Покупаем. 1,5 миллиона, хорошо. 500 тысяч. Карточки. Ой, легендарная М5КС. Бабки, еще миллион. Слушай, 500 тысяч. Офигеть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. И что, я не выбил, да ничего? Я не выбил, да, получается вообще ничего. Блин, давай еще 3000. Блин, что-то дюже круто. Кстати, 900 тысяч, ты представляешь, по 900... Почему так мало карточек падает? Офигеть, ну почему так мало карточек падает? Серьезно, ребят, почему... Ладно, давай еще, давай еще. Блин, я не знаю, я уже что-то вышел. Да нет! Почему? Я не знаю, мне не везет. Мне не везет. Офигеть, да? Мне не везет! 64. Ладно, поехали, вот эти откроем. Ладно, карточки какие-то там, я видео получил миллионами. Карточки. Подожди, что там, там что-то, там очень что-то даже неплохо выпало. Давай еще. Блин, мне кажется, я уже потратился очень много. Ладно, миллионами. Там миллион, там бабки миллионами идут. Да я не, я... Сколько я уже потратил? Мне, блин, ну миллион, 2 миллиона. 94, 96, 100. Yeah. Круто. Блин, мы потратили вообще не знаю сколько денег. Блин, дурак, не, вообще просто сколько денег потратили. Подожди, мы потратили с тобою 65 тысяч. Мы потратили 15 тысяч. Мы 15 тысяч потратили доната. 15 тысяч доната. Я думаю, тоже достаточно для сегодняшней серии 15 тысяч доната. Пойдем с тобой потюним эту машину. Так, спайдер, давай быстро. Спидер, спайдер, спидер. Спей, спидермен. Давай, спидермен. Да, наконец-то. Наконец-то добавили что-то интересное. По крайней мере, я вижу то, что добавили, наконец-то, ну, дизайн машины. Наконец-то не так темно. Наконец-то, наконец-то. NextRP, спасибо тебе огромное. Наконец... Это что там? Подожди, там там огнетушитель, что ли, в машине? Так, ладно, кроме огнетушителя в машине, смотри. Наконец-то салон, который... Подождите. Но наконец-то не темный салон. Наконец-то не темный салон. Последнее время в NextRP выходят салоны, которые непонятно как выглядят. И да, ребята, это Porsche 918 Spyder. Так, я вижу. Вы видите это? Офигеть. Так, выдвигаем. Bad Bull. Bad Bull. Слушай, ну очень круто выглядит. Очень круто выглядит. Очень действительно интересно. Да, очень даже прикольно. Слушай, ну прямо спайдер. Да, жалко, потому что нет никаких номеров. Знаешь, было бы больше вот вариантов номеров именно в донате, вот именно вот, которые именные. Вот действительно, было бы прикольно, если было бы больше каких-то прикольных номеров. Так, ну что, по внешнему виду очень классно. Давай посмотрим, кстати, по салонам, что тут можно посмотреть. Так, я понял. Так, подожди, ну, капот должен открываться, да? Капот, ну, там 100% ничего нету, потому что машина, насколько я знаю, двигатель находится сзади. Ну, точнее, его даже видно, то, что он сзади. Что я хотел сделать еще? Жесть какая. Ну, давай, давай посмотрим по тюнингу, что мы можем с тобой сделать. Так, я не знаю, покупать номера из F4 или же покупать номера какие-то другие. Так, ну что, давай, смотри, что мы с тобой сделаем. Первое, что мы с тобой сделаем, давай купим с тобой самый дорогой кейс. За 2 миллиона, и мы бахнем с тобой на X 42 миллиона. Ну, допустим. 42 миллиона, реально я сейчас потрачу. Ладно, хорошо. 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 Ладно, прекрасно. Так, мы с тобой пооткрывали кейсы. Давай с тобой посмотрим, что мы с тобой получили. Так, движок, турбина, трансмиссия. Ой-ой-ой-ой, это что такая за жесть-то получается. Подожди, чиповка. Кстати, вот чиповка, да, походу, беда. Да, походу, беда по чиповке. И беда... беда вообще по всему остальному, в принципе. По подвеске, по всему, в принципе, беда. Так, чиповка. Да, чиповку я бы, конечно, попробовал бы еще, наверное, выбить.
Давай, наверное, пока сохраним так, как есть. Или чего? Подожди, наверное. Ну, наверное, мне ничего хорошего нету, 100%. Так, нам нужно что? Тормоза. Да, тормозов у нас тоже нету. Тормоза есть желтые. Шины есть красные. Подвеска. Да, подвески вообще никакой нету. Тормоза есть иксовые. Блин, ну не знаю, но есть ли смысл ставить иксовые тормоза, я пока не знаю. Ладно, давай пока сохраним так, как есть. Потому что денег мы уже потратили, офигеть, сколько много. Поэтому давай пока на этом остановимся. Так, внутренний, внешний. Ой, что это? Подожди. Внешка есть. Ё-моё, какая-то губа. Ё-моё, я сейчас походу все бабки. Чё меняется? Чё меняется? Напишите в комменты, я не вижу. Так, что-то поменялось. Боковая юбка. Карбон. Крыша. Не, зимой без крыши нет. Зимой без крыши нет. Так, задние фонари. Тонированные. Задние фонари. Так, это что такое? Спайдер. Кстати, да, можно спайдер сделать не золотой. Слушай, ну золотая надпись, в принципе, прикольно смотрится. Я не знаю, почему. Ну же. Да ладно, давай поменяем на серебряную. Давай поменяем на серебряную, прикольно. А, задние значки на фендерах. На фендерах, это, видимо, вот это, да? Как раз серебряный, либо золотой. Также, передние фонари мы можем тоже быстренько затонировать с тобой. Ну, а почему нет, кстати, прикольно смотрится. Давай затонируем. И обвес. Блин. Чё это? Нет, нет, нет. Я понял, это прикольно смотрится, но нет, это нет. Это точно нет, это точно я не хочу. Хотя, кстати, прикольно смотрится, мне кажется. Так, обвес. Блин, а может реально вот так сделать? Нет, ну это жесть. Ну это жесть, ребята. Это жесть. Одновременно еще там кто-то пытается месяцем... 2,5 миллиона. Блин, ну это жесть. Ну это жесть. Подожди, а если я сейчас попробую колеса? Если я попробую колеса, подожди, если я попробую колеса какие-то прям очень люто дорогие, например. Какие-то крутые колеса попробую купить. Так, например, покупаю... Нет, ну давай, ладно, давай купим вот эти колеса. И смотри, я возвращаюсь на изменение колес и попробую вылет. Вот, вот. Подожди, вот так. И задние, подожди, задние колеса тоже быстренько вылет вот так. Ой-ой-ой, и даже, наверное, ширину задних колес попробую подувеличить и подогнать вот так. Слушай, ну это жесть. Ну это жесть, ну смотрится прикольно. Это жесть, ну смотрится прикольно. Давай еще 3 миллиона бахнем в машину. Просто давай еще, какой 4 миллиона бахнули в машину, че за жесть. Так, давай, кстати, давай еще, может быть, посмотрим по винилам. Тут же винил есть, да, какой-то вот этот наклеен, вот этот фирменный. Его, насколько я знаю, можно еще изменять по цвету. Ой-ой-ой. Ой-ой. Он какой-нибудь красный какой-нибудь. Вот знаешь, прикольно смотрится, какой-нибудь красный. Красный, вот такой темно-красный. У-у-у-у. Отлично, сохраняем. Так, и знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы еще колеса с тобой тоже покрасим. Мы с тобой колеса тоже покрасим. Покраска дисков просто в черный бахнем. Жесть-то какая. Блин, это еще будет сейчас денег стоить. Ты видел? Кстати, ты видел, за сколько мы за сегодня подрезали бюджет? Мы сегодня бюджет подрезали максимально. Так, а подожди, еще отсечку. За 1 400 000, ребят. Мне кажется, это самый дорогой тюнинг. Нет, самый дорогой тюнинг у меня был что-то в районе 100 миллионов. Но вот это вообще жесть. Так, номера. Номера. Ё-моё, ну давай, ладно. Так уж и быть. Давай и номера тогда бахнем. Давай. Не хочу я. Давай А777. Арт 777. И немецкие номера бахнем. Отлично, да, я точно знаю, то, что я занимал некоторые номера. Мы корзина купить, поехали. Да, прекрасно. И едарю на вож. Просто жесть. Просто жесть. Так, ладно, давай теперь выходим. Что мы еще с тобой сделаем? Что мы с тобой еще сделаем? Значит, что мы еще с тобой сделаем? Так, давай на F4. А, мы можем с тобой что? У нас услуги. И попробуем с тобой смена региона бахнем. Так, где наша машина? Наша машина должна быть в самом конце. Спайдер и давай немецкие номера. Ну просто это же немецкие машины, насколько я знаю, Porsche. Поэтому немецкие номера. Номер занято. Подожди, а какой тогда можно регион? Не, можно в принципе. Да ладно, и российский, скажи, занят. Я, подожди, я все номера позанимал, походил. Вряд ли кто-то покупал номер такой же, как и я. Так, вряд ли. Я даже не уверен, какой можно еще номер. Какой можно номер? Блин, хочется какой-то номер, прикольненький. Но 77-й регион, ну это как-то... Блин, я наверняка тоже занял, да? Да, я серьезно, я походил...
777-77 тоже занял. Я, походу, все позанимал. 0-1 давай. Ну, блин, 0-1 тоже не знаю. 0-1. Блин, хочется, конечно, флаг какой-то. Но турецкий, всякий дубайский, я не знаю. Давай 0-0-1 регион поставим. Просто, знаешь, чисто ради уникальности 0-1 регион. Я не знаю, почему, но, блин. Ну ладно, хорошо. Так, подожди, у нас осталось еще 18 миллионов. Я не знаю, жестить по... Ты понял? Блин, я надеюсь, что запись идет? Да, идет. Ну давай. Извините меня, подписчики. Если вдруг вам больно на это смотреть. Я извиняюсь, если вам больно на это смотреть. Но я поехал за трансмиссией. Да, ой, турбина. А, тормоза. Блин, тормоза, серьезно, тормоза. Так, подожди, тормоза. Блин, что еще? А, есть же еще донатские, да, вот эти? 10 донатских на X. 10 донатских, да. Чиповка. Блин, дурак вообще просто, да? Чиповка. Подожди, что там, тормоза? Ё-моё, подвеска осталась. Прикинь, подвеска осталась. Блин, четвертая подвеска вообще все не катит. Ладно, давай пока остановимся. пока это не превратилось в какую-то дичь. Ребята, вообще просто... Ух. Ладно, ребят, пока не превратился это в какую-то дичь, давай остановимся на подвеске. Подвеску мы уже в следующий раз с тобой сами разберемся. Может быть, вдруг повезет. Она падает огромное количество подвесок. Охренеть, она быстрая. Просто еще музыка. Йо! 500. 600 поедет. 700 не поедет, я уверен. 555! Йо! Ой! Ну, это было просто офигительный видос. Ладно, ребят, если вам понравился видос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей ролике. Пока-пока. Все, лайк, коммент, подписку. И выйдет прям сразу же в следующей серии. И мы в следующей серии продолжим там тюнить те машины, которые вы тоже видели. Пока! Ну и кейсы, может, пооткроем какие-нибудь. Ну, все будет зависеть от ваших комментариев еще.